нашему вот разудалому и до слез трогающему груди. Вот. Но при этом это, конечно, не наоборот, все-таки вот эти переключения в другую реальность, это эти музыкальные моменты, да, начиная с листочков из гербария, еще несколько раз, вплоть до появления чего-то, и даже когда богатство появляется, то тоже это звучит. То есть мне показалось это очень тонко, потому что вообще-то, конечно, партитура не сильно тонкая, да, но это вот краски нашего Николая Владимировича, да, если все так. Скажите, вы это легко подготовили. Вы договорились. Мы договорились. Я прошу прощения. Вы договорились, да? Я прошу прощения, мне надо бежать, потому что у бабушки у одной поднялось давление там на Сашбаше, плохо ей стало, нашей из Сербии. Поэтому мы вызываем скорую помощь, я не буду присутствовать, вы без меня, ладно? Хорошо, все, счастливо, Абрамович. Счастливо. Вот. Вот видите, вот Коляда в этом вообще суть-то Коляды в чем? Он ведь не только великий режиссер и культуртрегер, он великий человека-трегер, понимаете? Вот это таких-то мало на самом деле. Вот, таких-то мало. Но вы это чувствуете, потому что вот эта человеческая щемящая нота, она у вас, конечно, есть, несмотря на штурм, дранг ваших эмоций. Вот. Ну, порой мне казалось, можно было бы немножко диминуэндо чуть-чуть. Может быть, но это всегда так говорят, когда обсуждают Коляду. Зато у вас нет того недостатка, который ему всегда шьют, что длинно очень, что у него финалы очень долгие. Вы как-то обошли без долгого финала. Вот. Но вот мне показалось, что очень точные актерские работы. Я не знаю, меня не царапало, меня не шокировало, меня не возмущало. Вот. И каждый свое дело делает, по-моему, правильно. Хотя, конечно, шарм все-таки у каждого тоже свой. Вот. Конечно, я за женщинами всегда слышу гораздо пристальнее, чем за мужчиной. Вот. Эти женщины мне понравились. Эти женщины мне понравились, не считая плохой этической позиции девушки по имени Вика. Вот, да, но так и должно быть, да, так и должно быть, вот. Так что вот история неожиданно оказалась совершенно не устаревшей, а наоборот еще в чем-то очень такой современной, потому что вообще, вы знаете, мы смотрим все время спектакли, и оказывается, что они все равно все про одно и то же, вот про то проклятие нашего времени, да, без которого нам все равно не обойтись. Я не представитель ностальгии по советской жизни. И я знаю, что до соединения богатства и нравственности надо дожить и доработать. Понимаете? Но когда мы попадаем вот в эту ситуацию, а искусство чувствует, конечно, эти раны прежде всего, да, ему наплевать на богатство. Ему важно, что с совестью и с душой человека происходит. И, конечно, это очень болит. Конечно, сегодня это очень больное время, и больше того, когда Коляда писал эту песню, сколько лет ушло, как он ее писал? За 10? 8. Вот. Мы очень даже не в лучшую сторону уехали с тех пор, понимаете? Признаки вот этого деграданса-то, вот. Как-то один мой друг говорил, ранний репрессанс, поздний реабилитанс. Вот у нас декаданство, он как бы нарастает, маразм крепчает, и вы в этом смысле, конечно, работаете вот в определенную сторону очень правильную, хотя, на мой социальный взгляд, конечно, сегодня уже только говорить об этом уже недостаточно, потому что уже что делать, кто виноват и так далее. Вот. Ну, короче говоря, я хочу сказать, что мне очень радостно, что вы есть, что вы культурные и тонко чувствующие люди, и точно это чувствующие, и что у вас есть хороший режиссер, вот это тоже очень важно. Вот. Режиссер очень трудная работа, как я понимаю. Вот. Я в своей жизни лично пережил ступени. Сначала я делал дирижером, потом режиссером. Потом я понял, что нет, теоретикам будет проще. И пошел в теорию, потому что практика. Выше теории, да, трудно. Вот. Вы хороший практик, мне кажется.
Хотел бы я еще посмотреть, что там в вашем режиссерском, так сказать, исполнении. Вот, ну вот, да, хотелось бы что-то посмотреть, там такое вообще очень, очень сложное такое, вот такое. Вот. Но тем не менее, да. Ну, в общем, вот поэтому простите, я не хочу наскребать на 150 рублей недостатков. Вот. Мы тут не за харч работаем. Из забавки, да, вот как из интереса. Да. Ведь мы же играем не из денег, а чтобы и вечность проводить. Вот это вот. Мы из этих соображений работаем. Вот. Поэтому спасибо вам, и я вас поздравляю. И если у вас получается и другие вещи делать. Да, еще хочу сказать, это, конечно, вот подробности рассказывает Ольга Галахова, блистательный мастер анализа. Вот. Я хочу сказать, что мне еще особое удовольствие доставляло речевое звучание, и, конечно, тут, вот, конечно, гениальная речь. Вот. Кстати, я получил от вас автограф. Мне дали программку, и там написано... Почему? У вас тоже такая? Вот, Екатерина Катенко. Да, у меня только одно слово, но это мощное, у меня там в портфеле. Мира. Но это ваша речь. Я подозреваю, что это воронежский. А у меня длинный. Я подозреваю, что это воронежский выговор. Но он такой вкусный, он такой приятный. На наш грубый уральский слух. Это просто, знаете, ну как вот, ну, ну как Пушкин после там, я не знаю, какого-нибудь уральского парня. Это носить очень хорошо. Вот. Так что, вот. И, конечно, я вообще вот человек... к сожалению, своему атеистическому. Но вы меня во многом убедили. Я подумал, я дальше подумал. Потому что вот это вот то, что туда, куда вы пошли, и что вы увидели, это дорогого стоит. Спасибо большое. Дадим слово Ольге Галахову.